что означает имя Альфреда, характеристика, совместимость, характер и судьба. Личность Альфреда – те, кто все обдумывают. Цвет – фиолетовый. Основные черты – общительность, интеллект, активность и здоровье. Тотемное растение – фиалка. Тотемное животное – малиновка. Знак – водолей. Тип – скромный с виду, но не дающий забыть о себе, как их тотем – фиалка. Это очень правдивые натуры с довольно-таки противоречивыми чертами характера, одновременно сдержанные и желающие нравиться. Психика, пытаясь найти собственную индивидуальность, порой замыкается в себе. Им не хватает смелости и уверенности в собственных силах. Умеют пользоваться своей нерешительностью. Воля Альфреда очень сильная, в сочетании с развитым чувством долга помогает им добиваться успеха. Возбудимость. Люди с таким типом характера отлично знают, где предел, до которого можно действовать, а где следует остановиться. И не переходить границы дозволенного. Скорость реакции очень медленная. Некоторые из них кажутся воплощением покорности и терпения, что как раз и помогает им доводить до конца свои планы. В поле деятельности создается впечатление, что им больше нравится принуждать к работе других, чем работать самим. У них нет каких-то особых амбиций, однако они прекрасно знают, какую дорогу выбрать. Любят спорт, становятся великолепными пловчихами. Успех им приносит все, что связано с электроникой, в радио, телевидением. Могут работать педиатрами или в дошкольных детских учреждениях, так как любят маленьких детей. И не забывайте, что часто им удается обойти своего шефа. Интуиция – хорошая. К тому еще они обладают прекрасным знанием человеческой психологии. Знают, какую страницу следует вырвать. Любят играть роль женщины-ребенка и до старости носят всякие бантики, рюшечки и дыре. Интеллект у них синтетический склад ума, который позволяет избегать жизненных ошибок. Они превосходно видят все обстоятельства, сопутствующие данному делу. Восприимчивость. В их чувствительности есть определенная доля фальшивой наивности и наигранной невинности, которые производят сильное впечатление на мужчин. Нравственность – это таинственные женщины. Им удается быть двуличными, вводя в заблуждение других. Родные и близкие Альфреды, будьте внимательны. Здоровье – отличное, служит им на протяжении многих лет. Предрасположены к полноте. Этим женщинам не мешает обратить внимание на суставы и колени и осторожно заниматься зимними видами спорта. Сексуальность – сильная и сложная. Здесь и расчет, и спонтанность, страхи и чувственность, граничащая с мазохизмом. Эти женщины не ощущают потребности в материнстве, на этой почве у них могут возникнуть в жизни проблемы. Активность, они больше говорят, чем делают. Общительность, всегда готовы оказать услугу, даже если и делают это с расчетом. Превосходные хозяйки, гостей принимают с шиком, могут даже влезть в долги, лишь бы пустить пыль в глаза. Заключение, даже достигая больших успехов, Альфреда остается неспокойной, может быть, подсознательно понимая, что их успехи не являются отражением их заслуг.